Хоба! Всем здорово, с вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть Бравл Старс. Ну что ж, друзья, первым делом, конечно же, не беспокоить, потому что начнутся сейчас приглашения, все дела. В общем, мне приятно то, что вы приглашаете. У меня целый клан папуасов. Давайте зайдем, посмотрим, кстати, друзья. Прежде всего, конечно, я желаю всем приятного просмотра, приятного аппетита, тащите всякие вкусняшки и не забывайте ставить, конечно же, лайкосики, подписываться, братишки, хотя бы давайте 1000 наберем, потому что у меня, наконец-то, 2000 кубков сегодня будет, но самое интересное, что мы с тобой откроем вот этого дедушку, Дина Майк. Блин, он имбовый, он очень имбовый, я смотрел, как за него играют, и... Вообще с легкостью, просто на изи. Но если вплотняк, вот, например, за... Если мы за Шелли, за Ниту, да господи, да за хоть кого подойдем, он, конечно, уже все. Но он на дальняк работает, как Барли. Барли, правда, ну... Я прокачал до 11 ранга. Видишь, у меня уже практически все прокачаны, кроме Дэрил. Вот. Честно, трудно. За него трудно играть. Хоть он и сверхредкий, но это жопа какая-то. Серьезно, ребята, как вы за него играете? У него самое интересное, что способность сама собой копится. Это очень интересно, но мне бы хотя бы, знаете, кого... Сейчас скажу, кого... Так, Фрэнк Пэм, Биби, Тару, пацаны. Тару мне надо, блин. Мы, кстати, самое интересное, можем их испытывать, может, в какой-нибудь серии поиспытывать, хотя Леон или Сэнди, блин, Спайк, да блин, легендарка выпала бы. Сегодня мы откроем ящики, обязательно, ребята, давай пока что просто хотя бы заберем всякие тут наградки, 50 монеток. Так. Боже, я хочу, чтобы здесь выпала суперлегендарка, пожалуйста. Монеты и очки для Дэрила и для Эль Прима. Что мне вообще не нужно? Не, ну монеты, в принципе, нужны. Так, 25 силы. Пацаны, сейчас мы с тобой посмотрим, куда мы с тобой... Блин, прошу прощения, просто... У нас, короче, в ЕКБ выпал снег, пацаны, прикинь. Да, это просто жесть. У некоторых сейчас как бы плюс 20, плюс 15, а у нас снег. Выберите бойца. Так, давай, наверное, знаешь, кого-нибудь выберем такого хорошего. Ниту я обожаю. Она очень прикольная, хорошая, но Джесси мне тоже стала нравиться очень сильно, поэтому Джесси я прокачиваю. Да, я хочу так. Так, ящики пока не будем. У нас, кстати, в магазине подарок. Особая акция Сэнди Боец. Окей, но мы, друзья, без доната. Мы проходим без доната, я вообще ни рубля сюда не вкинул. Я не знаю, как вы. Так, короче, смотри, мы можем еще для Ниты 55 купить за 110 монет. Это отличная акция. Да, давай, конечно. Обязательно, я хочу это сделать. Тут давай. Так, все, у нас 120 монеток и подарок. Ну, для Шелли тоже неплохо. Итак, а сколько надо... Сейчас, секунду, чтобы улучшить ее... 480 надо, вы чё прикалываетесь, офигеть, сколько я копить-то буду? Ну, а вот Джесси можем с тобой, давай. Вот, короче, это три моих любимых бойца, на самом деле я за Пока еще люблю играть, он такой неплохой. Так, прокачали мы с тобой, теперь... Сейчас мы с тобой пойдем прокачиваться. У нас новые, конечно, вышли. Перехват. Смотри, набирая обороты. Столкновение штольня. Если честно, это самое мое нелюбимое. Сейчас, надеюсь, будет управление работать. Пожалуйста. Одиночное столкновение. Каждый сам за себя. Фух, управление работает, пацан. Да даже если бы... как бы не работало, блин, ну это бы не особо меня огорчило, потому что, блин, игрушка прикольная. Короче, если честно, этот не очень мне нравится, эта карта, этот режим, он крутой, он, конечно, крутой. Посмотрим. О, два ящика, это джекпот, пацаны, все, аккуратно, давай. Блин, там какой-то, слушай, я какой-то движ вижу. Так, хопа, ебой, уже три. О, осталось бойцов 6. Они там вообще капец, чем они там занимаются? 5 бойцов, отлично. То есть мы уже не в минусе, сразу говорю. У нас тактика, конечно, пацаны, немного крысячья. Потому что, ну, я не особо умею... Так, он хочет тимиться. В принципе, мы можем, да, затимиться.
мы можем с ним пока затимимся, но это, конечно, надо быть адекватным тиммейтом, не подставлю. О, вот, видишь, отлично вообще случилось. Осталось бойцов 4. Видим, что одна Шелли тут тихонько затерялась, как бы, как крыска. Пацаны, я знаю, что крысам особо как-то не очень хорошо, но, блин, я вот, например, не могу толком вот идти прям вот иду и начинаю всех валить. Я нуб, я полный нуб, чуваки, поэтому это для меня работает. Так, сейчас поп-фильтр немного. Мы с тобой... Вот смотри, о-ля-ля, о-ля-ля! Так, отлично, осталось бойцов 3, это получается 2 Шелли осталось. Видишь просто, как замечательно! Но, к сожалению, если бы у нас была ульта на медведя, мы бы спокойно вытащили. Но второе место тоже неплохо, мне нравится. Отлично, награда за место. Итак, что у нас там по кубочкам? Чуть-чуть, ребята, чуть-чуть, и будет отлично. Можем пока, знаешь, выбрать какого-нибудь другого бойца. Если честно, я за Кольта начал любить за него. Например, награда за поимку. Давай, посмотрим, что это за уровень. К сожалению, у меня уже закончились эти, блин. Но там за новый ранг нам еще дадут. Мне бы ящичек-то бы хотя бы новый топчик. У них, кстати, самое интересное, что... Твоя мама. Блин. Все, начинаем стрелять. Кольт неплохо забирает. Так, в кустах, видишь, сидит. Я честно не знаю, как его зовут. А, он даже не в кустиках, он где-то там. Все, отходим, пацаны, тихо ждем. Втихушечку. Начинаем играть. И сразу говорю, что я на эмуляторе играю, поэтому мне чуть-чуть сложновато, пацаны. Блин, он отошел, к сожалению, но ничего страшного. Так. Зато... Один отошел, второй пришел. Так, все, мы с тобой можем. Единственное, предугадать надо. Ну, хотя бы, знаешь, травку покосили. Так. Надо его добить. Все, добиваем, добивалочка пошла. Единственное. Слушай, твоя мамка отлично играет просто. Смотри, она тащит за нас. Так, кусты нам тоже немного... Все-таки уничтожили, это меня печалит. Так, минус. Красава, парли. Молодец. Так. Блин, мне вообще ни одного кила не достается. Но, в принципе, я не особо расстраиваюсь. Как бы для нуба, в принципе, знаешь, не так плохо я играю, честно. Я смотрел на ютубе, там есть гораздо, блин, хуже. Все, отлично, видишь. Так, топчика бы нам сейчас уничтожить. Он вывозит, понятное дело, благодаря, конечно, вот этой вот фигне. Тихо. Спокуха, пацаны. 2-1. Почти, ребята. Сколько они? 18. Да, мы выиграли. Хоть и даже... Давай переиграем. Так. 13-е. Блин, обожаю это число. Так, все записывается, все отлично. Начинаем открывать. Ребята, начинаем открывать. И сегодня, конечно, с братишками немного поиграем. Блин, одного не хватило, чтобы динамайка. Начинаем. Пожалуйста, пусть сегодня будет, ну, хотя бы не легендарка, но сверхредкий. Пожалуйста. Роза. Это боксерша-ботаник, крепко стоит на ногах и не боится ближнего боя. Супер. Я видел, как она в действии. Я видел, она очень крутая. Она этими кулаками так... Но проблема в том, что я люблю дальник. Понимаешь? Я люблю дальняк, блин. И чё получается? Погоди. Сейчас, секунду. Я хочу зайти в магазин. Я... Нет, не донатить ни в коем случае, бро. Большой ящик. В большом ящике в 3 раза больше предметов. Легендарный 0.1, мифический 0.2, эпический 0.5, редкий боец 0. Да, вот теперь может сегодня, прикинь, если 2 сегодня бойца выпадет, я не знаю, что сделаю. Я офигею, пожалуйста, пусть тут тоже будет. Нет, тут 70 монет, кстати, это здорово. Спасибо огромное, мне сейчас деньги нужны.
Ой, притом у меня, видишь, их мало как. Не, сейчас не будет, пацаны, я хочу вас обнадежить, все. Навряд ли, потому что я уже сколько... У меня с тысячи кубков вообще ничего не выпадало. И тут вдруг на тебе. Блин, круто, конечно. Да ладно! Рика, выпущенные Рика пули могут отскакивать от стен. Его супер преодолевает большую дистанцию насквозь. Да ладно! Сегодня мега выпуск, пацаны, поднажмите, давайте наберем 1000 лайкосов. Это просто мега жесть. 2. Я редкого выбил. И сверхредкого. Так, давай посмотрим, чем он отличается от... сейчас, секунду. Офигеть, от... Кольта. 345. У него чуть поменьше, но если его прокачать, 2400, а у Кольта 3200. Ну, понял. То есть его, по идее, Рико... Блин... Отскакивать от стен, его супер преодолевает большую дистанцию и насквозь прошивает цель. Вау. Блин. Я надеюсь, это записывается. Блин, прикинь, если это не записывается, я вообще офигею. Пожалуйста, хоть это записывается. Прикинь, сейчас еще кто-нибудь выпадет. То есть, прикинь, я вообще не ожидал, и он выпал. Фу. Ладно, я уж думал, сейчас еще выпадет. Ну, то есть, с большого ящика... Да, монеты для Шелли, для Пока, для Ниты. Для Ниты очень много у меня прям. Прям очень много, смотри. Но я обожаю Ниту, она очень круто сражается. Ее медведик. Все, сейчас пойдем, пацаны. Это при том еще Динамайк здесь будет. Боже, это супер мега эпичная серия. Просто офигеть. Так. Награда за поимку. Давай попробуем его здесь. Именно в действии, потому что я посмотрел, вот игрок вообще чуть ли не выиграл. Итак, Владимир. Так. Урон у него неплохой. Офигеть, а мы уже забираем! К сожалению, по хпшкам, но тут он... Да, это круто. То есть я могу стрелять вот сюда вот. Сейчас, пацаны, погодите, я немного. Вау, какие большие. Но надо проверить, блин. Ай, что вообще творится, блин? Что вообще творится, пацаны, сейчас. Они как-то, видишь, отжимают у нас позиции. Мне это вообще не нравится. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай попробуем супер теперь. Они очень большими становятся, вот в чем прикол. Меня забирают очень хорошо. Ладно, сейчас, мне нужна дальняя дистанция. Тихо, на ракету, конечно, мы с тобой, давай. Не попадаемся. Блин, да что-то он меня немного разочаровывает. Либо это как-то мы с тобой, сколько мы там... Блин, немного проигрываем, да? Так, ничего страшного, ничего. Сейчас, может, еще выиграем. Спокойствие, только спокойствие. Коль, конечно, мне чуть больше нравился. Тут этот немного такой чувачок. Но тут они видят... Они, видишь, в чем проблема? Тут все на дальняк работают. Отлично, еще убили. 13. 25. А у них сколько? 43 они набрали. Блин, жесть, ребят. Ну, бывает, ладно. То есть, как бы. Ну. Печалька, беда. Вот я тебе скажу. Дэрил. Вот, я вообще плохо за него играю. Вот за Брока хорошо летит ракета. За Бува хорошо дробь летит. Из чего можем просто убегать. Эль Прима тоже неплохой. Барли, Пока, да все. Но Дэрил, Рика, блин, ребят, вы что меня подводите так? Почему я нублю? Ну, может, это, конечно... Это как бы...
новый мой перс, поэтому я немного сомневаюсь в его силе, как-то не прокачан. Ну, короче, отмазки, типичные отмазки. Надо пытаться, надо сражаться. Сейчас управление не будет работать, мне кажется. Нет, работает, фу. Что ж такое-то? Сегодня как хорошо-то. За него надо, блин, это, уметь. Потому что я говорю, как ты видишь. Он, кстати, быстро довольно набирает. Роза офигенная, мне надо за нее поиграть. Но Барли опять меня... Так, мы на дальней дистанции, все, будь на дальнике. Господи, что я творю? Все, норм. Офигеть, то есть, если под правильной дистанцией как-то сражаться, то нормально будет. Все, отходим. На дальнике работаем. Так, минус, забираем. Сейчас этот начнет огонь, правда. Норм, забираем еще одного. Так, вот, уже пошло, пацаны, вот это неплохо. Так, почапали. Отлично. Офигеть, он просто калашматит. То есть под правильным углом, конечно, да, но надо научиться еще минус одного. Так, но это видишь, в чем прикол, мы зажимаем их. Поэтому так получается. Если мы сейчас перестанем, немного отойдем на позицию, да? Есть в чем проблема? Ну, жалко, не пустил, но потому что я слишком близко. Это моя ошибка просто номер один, три, два. Убил! Четко. Но я даже не звездный игрок, к сожалению, но это было круто. Короче, давайте, пацанов. Иди на майк еще. Пипец. Просто пипец. Офигеть. Награда. Динамайк бросает пару динамичных. Это офигеть. Давай, чуваков приглашаем. Каких? Так, чат-клуба. Зелё, мне нужна помощь апнуть. Блин, Миша, ты чё прикалываешься? Я ещё тот нуб. А он говорит, мне нужна помощь. Блин, бро. Не, ну давай, в принципе, Миша, если ты только это. Давай, конечно, его пригласим. И сейчас кого-нибудь еще. А, кто не был? Так, Давакин был, я помню. Самурай. Вот Спайк может. А, он в бою. К сожалению, Миша. Меню Тимоха. Гейм 625. Вот этого не было точно. Берениту. Так, давай сейчас секунду. Рика. Розу. Берем Розу. Все. Сейчас, погоди. Самое важное сейчас нам... пойти. Так, столкновение. Блин, давай захват кристаллов. Вот, все, погнали. Сейчас попробуем. У них, правда, 16 и 15 ранг, так что сейчас будет в два раза хардкорнее. Если мы проиграем или если буду я нубить немного, ты сам понимаешь. Как бы... Ой, там бот, там вот этот вот чувак. Рико. И Фрэнк. Блин, самых которых я просто ненавижу. Быстро хлопнули. Очень быстро. Я как бы... Я ожидал, пацаны, я... Так, а вот этого чувака мы можем с тобой забрать вообще на изи. Вообще на изи забираем. Во. Вообще на изи. Офигеть, что они за супер... Такой крутой. Так, неплохо. Это мы против крутых пацанов вообще-то идем. Так. Ах ты гад. Видишь, он специально какую тактику... Ну... Сейчас. Они объединяются. Посмотри, как их много там. В одном углу. Забрали все. Сволочи, вы все забрали. Красавчики. Все норм. Минус. Блин, вот тут жадность погубила, знаешь, такое вот выражение.
Лёр-лёр-лёр. Гейм, давай, братишка, братишка, давай, 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 давай. Круто. Так, все, забираем, все, обратный отсчет пошел. Супер. Офигеть, он просто его забирает как. Хорошо. Красавчики, красавчики просто. Молодцы. Изи. Посмотрим, какие кубки у них. 200! Посмотри, 213-й, 379-й, 386-й. Посмотри, у него сила 7, 5, 6. У меня один нулевой кубок. Обосрались, обосрались, пацаны. Но у гейма 8 сила. Чувак чисто затащил, красавчик. Она мне очень понравилась, очень-очень. Стой! Теперь пора время для Динамайка. Сейчас. Ну-ка. О, пацаны, блин, тихо-тихо-тихо. Блин, как нехорошо, вы знаешь? Чаечек, кофеечек. Не ставьте рядом с Клавой. Блин, пацаны, ну как же. Так, а. Ребята, сейчас, секундос. Черт, приходится, блин, вытирать. Ладно, сейчас, секунду. Я... Ну-ка. Я с простых... Сейчас, простых шестящиков выбил... Выбил Рика и Розу. Вот так вот. Сейчас. Так, сейчас. Нифига у него еще какой крутой. Так, погоди. Сейчас, а что я хотел посмотреть, пацаны? Я что-то хотел такое интересное посмотреть. А! Шанс, точно! Стоп, большой ящик. А что в большом? Ну, то же самое все. Да большой, а вот маленьком непонятно. Интересно. Все, ладно. Попробуем за Динамайка. И не знаю, что получится сейчас. У нас, получается, сейчас нет танков. У нас нет танков, пацаны. Надеюсь, сейчас будет все окей. Нет, не будет все окей, потому что управление не работает. Офигеть, мы выигрываем. То есть у меня управление не работало, они каким-то образом... Ну хоть одного-то убей. Блин, я не могу убить никого, жалко. Ладно, надо учиться за Динамайка. Он, в принципе, имбовый. Как они вывезли, я не знаю. А Динамайка, я ничего не сделал, но я выиграл. Прикол. Ну вы красавчики просто. Миша и Гейм, красавчики. Давай еще. Погнали. В смысле, они так одновременно, что ли, нажали готов? Или они уже... Ой, блин, чисто... Чисто легендарки. Ой, будет жестко. Так, пока плохо бросаю вообще. Леон там. Да как же этого Леона? О! Так, отлично, прижимаем. Леончик. Динамайку вот надо быть где-то это... Видишь, в чем проблема? Надо бомбу кидать. Ну ладно. Ничего, научимся. Видишь, как он вообще не дает нам пройти? Офигеть. Один, значит, тут. Посмотри, сколько он набрал уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну это все. Ну это все, это, конечно... Да, надо обучаться. Тут мы профукали, будь здоров. Так, пора в наступление, что ли, идти. Все, видишь, они... Вот будь я решительным Динамайком, мы бы уже с тобой давно забрали бы. Ну, видишь, она уже восстановила ХП. Все-таки я понял то, что мне надо идти в это нападение, по любасу.
Очень плохо за Динамайка я играю. Ну, наконец-то! Еле как убил Леона! Жесть! Просто жесть, чуваки. Это чисто вот у меня соклановцы. Офигеть, вы, вам просто респект. Руку жму, хоп-хоп-хоп. Красавчики. Молодцы. Чисто команда такая, знаешь. Ну, вот. Ладно, продолжаем. Продолжаем, ребята. Фу. О, все работает, отлично. Так. Блин, как они идут смешно так, а? Ой-ой-ой, это на дальняк работает. Блин, я не видел, я смотрел, куда стрелять. Вот гады, а. Видишь, как они обходят, они как бы это. Тихо-тихо-тихо-тихо. Надо как-то полегче, бро. Как-то поспокойнее надо. Видишь, они боятся, потому что это... Слушай, неплохо. Ай, блин, ну... Да, не очень получилось. Ладно, ничего-ничего-ничего-ничего. Идем. Пока довольно все круто. Тихо-тихо, куда же я эти ракетки, блин? Отличный красавчик. Конечно же, я это себе. Красавчик. Давайте-давайте, ребята, блин. Так, пока не пахнет сливом. Тихо-тихо. Видишь, он как бы предугадывает. Отлично, отлично, Динамайк, красавчик. Молодца, молодца. Все, ждем. Барли. Отлично. Вот это вот единственное может на кон... Просто, я не знаю, бомба. Вот нашли мы чисто чуваков, которые... Посмотри, у них сила 10. Один сила. Как мы это делаем? Все просто. Все просто. Чисто вот... Это про игроки, братки. А знаешь, сколько им лет? Им, наверное, там по 12, по 10. Вот я тебе 100% гарантию даю. Потому что я, там один чувак вообще хорошо. Сколько у него там? 13 тысяч кубков. Он мне говорит, а мне 12 лет. Я вот так вот офигенно. Как ты это делаешь? Блин, ну видишь, на телефоне, блин, он. А мне на эмуляторе сложновато. Сложновастенько слегка. Так, Динамайк, давай, пошел. В принципе, может, он так и должен. Так аккуратненько, так потихонечку. Видишь, мы его отгоняем. Там всех. Как бы, может, так и надо. Так, бочку поставил. Вот единственное, видишь, бочку-то поставил я. Вот это крутая способность. То, что он это. Блин. Тихо-тихо-тихо, ребята. Давайте, погнали. Тихо-тихо-тихо, видишь, же сзади там двое вообще, капец, наступают. Давай, Динамайк. Прячемся. Это может плохо, конечно, закончиться все. Они отступают, капец, как. Блин. Подвожу свою команду. На этот раз, видимо, финита ля комедия. Видишь, они просто чисто гасят нас. Ну, Пэм и... они, видишь, чисто в наступлении работают. Видишь, он прям подсасывает меня, и все. За Динамайка здесь. Давай за Ниту попробуем. Попробуем за Ниту. Так, к сожалению, бро, да, мы тут облажались, будь здоров. Давай сейчас попробуем еще за Ниту. Я хочу, я, видишь, я прям за нее топлю. Может и неправильно это, не знаю. Сейчас посмотрим. За Ниту мне очень хорошо удается играть, особенно в захват кристаллов, да. Отлично. Все, короче, тут чисто все просто.
Тихо. Тихо. Он, видишь, не подошел. Как бы, а что ты хотел, блин? На этих кубках уже не дураки, как бы, играют. Все-таки. Видишь, там Пэм еще. Блин, Пэм разбирает нашего бойца. Сори. Соли, проглядел. Ой, Миша, Мишань, сори. Тихо, копим, 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 отходим. Копим, отходим. Так, тихо. Отлично. Чуть-чуть нашу команду. Но этот гад вообще, смотри, все забирает прям. Тихо, 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 тихо. Все, сейчас мы. Есть. Давай, Миша. Блин, Миша, к сожалению, Мишу разобрали. Все, ждем, ждем, ждем. Тихо, тихо, тихо. Осторожно, осторожно только. Блин, гады ходят, знают, как ходить. Куда ходить. Все, тут, видишь, такая, ну, борьба, блин. Все, у них обратный отсчет. Ой, пацаны, сорьки. Миша, ты, конечно, красавчик. Нет, не успеем, не успеем. К сожалению, вот видишь, ну ничего страшного, в принципе. Хотя у братков отнимаются, будь здоров, кстати. Я узнал, что кубки там вообще и отбираются. Давай попробуем последний раз за... Так, Роза, Роза очень хорошая. Рика, хочу Рика. Все, давай. Ну, давайте, вперед. Ранг первый. Пам-парам. Пусть работает управление. Оно работает. Оу, тим. Ой, вот этот чувак на тележке. Это геморрой полный. Смотри, за то, как мы его... Как вообще разбирается хорошо Пэм. Прошу прощения, друзья. Разрядилась камера. Это всегда происходит. Блин, ребят, сори. Сори, пацаны. Разбирается камера. Разбирается камера. Че я вообще несу? Так. Ой, блин, хлопнули нас. Так, минус. Отлично, собираем кристаллы. Сейчас быстренько, ребята. Ну хорошо, хоть он рядом был. Отлично. Хорошо, что они рядом тут ходят где-то. Да, силу надо прокачивать, пацаны, иначе... Вообще хреново. Видишь, куда я стреляю? Вообще непонятно куда. Так, разбираем, разбираем, разбираем. Красавчик Миша. Ладно. От меня, конечно, вообще толку чуть ли не ноль. Ну, блин, простите, ребят, вообще нублю. Но вот реально, как бы, первый раз, поэтому... Но почти разобрали. Круто. Блин, почти он ее... В общем, пацаны, на этом... Все, на этом все. Было очень круто. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайкосики. Бай-бай, дорогие братишки.